Удары головой на колено запрещены. Круг запрещены. Принять один удар колено. Удачи, круглам. Первый раунд. И ногой добавить. Не стой, Пашок. Не стой перед ним, Пашок. Двигайся, право-лево. Ручкой напрягай его. Левой рукой у него, Пашок. Левой рукой у него. Левой рукой на нем. Прячь ногу. Рука, нога, Пашок. Левой на нем, левой на нем. Давай, такой! Пашок, прямая нога. Стань на левую.
Прямой ногой повстречай, Пашок. Вот так. И добавить ногой. Хорош. Левая ручка на нем, Пашок, левая ручка на нем. Хорош. Пробил руками, ногой добавить. Вот так, хорош. Прямой ногой туда воткни. Прямой ножкой. Напрягай его левой рукой, напрягай. Вот так и ногой добавить. Раз, два и ногой. Левая рука на нем. К нему! И ногой добавить. Прямой ногой. И ногой давай! Рука-рука!
Рука-нога! И ногой! Рука-нога! Просто работай, давай-давай! Рука-нога! Хорош! Концовку! Рост и давай! Прямой огонь! И прямой! Давай концовочку, Пашок! Хорош! Господа, у нас есть решение. Для награждения победителя в ринг приглашается чемпион мира по кикбоксингу Сергей Воробьев. Итак, в этом поединке единогласным решением судейской бригады победу одержал боец синего угла Павел Титов. I got a couple million, I got more.